Студенты-педиатры и терапевты теперь должны получать первичную аккредитацию. Нововведение стартует с этого года. Только после этого выпускники смогут работать врачами. Первый этап процедуры уже начался. Сразу после госэкзаменов студенты начали проходить тестирование, которое еще раз определит уровень знаний. На втором этапе проверят умение молодых специалистов оказывать помощь на практике. В третьем студентам предстоит продемонстрировать способность действовать в экстренных ситуациях. Государственные экзамены, они показывают лишь, насколько освоен и освоен ли вообще федеральный государственный образовательный стандарт. А первичная аккредитация – это не что иное, как соответствие выпускника уже профессиональному стандарту. Потому что, пройдя первичную аккредитацию и получив сертификат специалиста, выпускник, по сути, сразу же может пойти работать, но в первичное звено здравоохранения, в поликлинике.